главное меню «Файл. Создать». Эта панель необходима для создания нового документа. Новый документ используется для создания новой композиции или рисунка. В диалоговом окне создания вы видите поле «Имя» для изменения названия документа, раскрывающийся список «Набор» для выбора формата документа. Это могут быть форматы самых распространенных типов бумаги, фото, веб-документов и так далее. Поле «Размер» активируется только если выбранный набор содержит несколько размеров. Поле «Ширина» здесь вписывается значение ширины документа, а из раскрывающегося списка справа мера длины. Поле «Высота» вписывается значение высоты документа, и из раскрывающегося списка справа мера длины. Разрешение. Вписывается значение количества пикселей на физический размер 1 дюйма или сантиметра. Мера длины выбирается из раскрывающегося списка меню справа. Цветовой режим. Выбор цветового режима, в котором будет создан документ. И из списка справа выбор битности документа. Поле «Содержание фона» позволяет до создания документа определиться, будет или нет создан фон документа и какого цвета. Группа дополнительных параметров. Цветовой профиль. Для изменения формирования цветов в документе, к примеру, под конкретные принтеры. Попиксельная пропорция. Позволяет изменять размер одного пикселя. В правой части панели кнопка «ОК» для подтверждения создания документа. Кнопка «Отмена» для отмены создания документа. Сохранить набор параметров для создания собственного набора параметров, с которыми вы чаще всего работаете. Кнопка «Удалить набор» удаляет ненужные наборы, созданные вами, из меню. Ниже информационное окно, сообщающее примерный размер документа в несжатом виде в мегабайтах. Для изучения каждого из этих параметров в отдельности выберите необходимый из описания к видео.